Travel Academy, where excellence becomes tradition. Вражескими объектами артиллеристы корректируют огонь. С помощью топографических карт тыловики быстро наводят переправы, строят мосты, укрепления, доты. Как и любой военнослужащий, топограф несет на себе все тяготы военной службы. А разве возможно победа без тех, кто работал на заводах, выпускал оружие, строил танки, самолеты? Мой прадедушка Исай Кизалевич Оренбург работал в Казахстане на испытательном авиазаводе, где разрабатывал новые модели истребителей. Возможно, на прадедушкином истребителе воевал герой стихотворения Высоцкого. Я — як самолет-истребитель, небо — моя обитель, а тот, который во мне сидит, считает, что он истребитель. В прошлом бою, но Юнкерс был сбит, я сделал с ним что хотел. А тот, который во мне сидит, изрядно мне надоел. В этом бою я на вылет прошит, механик меня заштопал. А тот, который во мне сидит, опять заставляет в штопор.
из бомбардировщика бомба несет. Смерть аэродрому. А кажется, стабилизатор поет. Мир вашему дому. Это горе матерей и детей. Их голод и лишение. И тех, кто жил в оккупации. Особенно в блокадном Ленинграде. И тех, кто бежал от фашистов и жил в эвакуации. Ах, война, что ты подлое сделала? Моей бабушке имя для себя не подходит. Когда закрылась блокадная кольцо, я снова с меня 1941 года. Был один год и три дня. И, конечно, она ничего не помнит о том ужасе, который пережила ее война. И знает об этом времени только из рассказов своей мамы и родственников. Запасов продуктов не было, и начался голод. Первым от истощения жизни ушел папа. Ему было 38 лет. Его труп отвезли на Пискаревское кладбище и оставили там. Умерших хоронили в общих могилах. Затем умерла 6-летняя двоюродная сестренка Зиночка. Когда тетя Белла перестала есть и отдавала свой паёк сыну, то бабушка запретила ей это делать, объяснив, что если она погибнет, ее сын не выживет. Тетя Женя однажды пошла за водой на речку Фонтанку и пришла с отмороженными руками. Она кричала от боли, и бабушка согревала ее руки у себя в волосах. У всех была дистрофия, цинга. Семью спас случай. Их вывезли 27 апреля 1942 года на грузовике по дороге жизни через Ладожское озеро. Семья моей бабушки потеряла за годы блокады и на фронте 16 человек. Эти Бишкеки в Киргизстане, куда эвакуировалась семья моей двоюродной бабушки Светы. У них была одна комната. Не было кровати. На полу лежала солома. Еды не было. Они искали арбузные семечки и сажали их в землю. Ее папа был на фронте и не знал, где находится его семья. Перед уходом немцы из поселка выгнали все семьи из своих домов. Так семья моей бабушки оказалась в деревне Фаличе. Как у беженцев у них ничего не было, а самое страшное – голод. Летом можно было ходить в лес за ягодами и грибами, но в лесу было страшно. Развелось много волков и людоедов, которые нападали на людей. Преодолевая страх, они все-таки ходили в лес. В 6 лет бабушка пошла в школу в 1945 году. Тетради вообще не было. На старой газете бабушка писала палочкой с привязанным к ней пером. На всю деревню был один букварь. Пользовались им по очереди. В школу ходили за 5 километров. Одеты были плохо, и зимой сильно мерз. Во время жатвы детей привлекали к сбору колосков. Срезанная рожь колола и ранила ноги. Но в зимние годы дети стойко переносили и очень старались. Дедушка Исаак, живший в Казахстане, записал в своих дневниках. Быть местным жителем был очень тяжелым. Постоянно болезнях, ранней смертности и в отсутствии питьевой воды. Первые месяцы жили в бараках. Люди сильно болели. И прадедушка понял, что это из-за грязной воды и перестал пить воду. Несколько его друзей умерли от дизентерии и тифа. В
Семья моего дедушки, Лахина Владимира Александровича, во время войны жила в отдаленной деревне в тайге. Снабжение было очень скудное. Жители выживали благодаря своим огородам и тому, что давал лес. Грибы, ягоды, орехи. В 1941 году родилась сестричка, а через 2 года умерла от диспепсии. Мама выменивала одежду на продукты и едва спасла моего дедушку. Душа народа не погибла, чтобы спеть свои песни победы. Не пою, деревья.
и кружится планета. На нашу родину дым, и значит, нам нужна одна победа. А на всех мы за ценой не постоим. А на всех мы за ценой не постоим. Наш зонт огонь смертельный, и все ж без почтальон сойдет с ума, разыскивая нас. Стреляет красная ракета, бьет пулемет неутомим. И значит, нам нужна одна победа. А на всех мы за ценой не постоим. А на всех мы за ценой не постоим. Наш дом такой смертельный, и все самых вражеских ворот таких родила. Когда-нибудь мы вспомним это.